Магникол D. Когда люди говорят о поддержании здоровья нашего организма, то многие забывают об опорно-двигательном аппарате. Опорная конструкция организма — это наши кости. Что первое приходит вам на ум, когда вы задумываетесь об укреплении костей? Больше кальция. Но сегодня я здесь для того, чтобы сказать, что одного лишь кальция недостаточно. Существуют другие питательные вещества — магний, витамин D, витамин K. Они очень важны для здоровья костей. Все они работают вместе, как одна команда, для лучшего и эффективного усвоения кальция. Организмом. Ваши кости — это совсем не какие-то твердые, безжизненные структуры. Они постоянно находятся в движении, они ломаются и сами восстанавливаются. Правильное питание костей крайне важно для предупреждения проблем в будущем. Где же можно найти все эти питательные вещества, собранные вместе в правильном соотношении? Большинство из них можно найти в нашей еде, но в сегодняшнем мире фастфуда и лапши быстрого приготовления становится невозможным найти достаточное количество питательных веществ только в пище. Так что нам нужен магникол D, сбалансированный коктейль кальция, магния, витамина D и витамина K. Это очень важная для организма смесь питательных компонентов и легко усваиваемая добавка. Очень важно знать, в какой форме находятся питательные вещества в тех препаратах, которые мы используем, и насколько хорошо они усваиваются организмом. Статистика говорит о том, что около 80% взрослых и 40% детей, как в США, так и в Китае, страдают от дефицита кальция. Во многом это результат того, что большинство добавок на рынке используют формы кальция, которые усваиваются довольно плохо. К сожалению, большинство добавок магния, имеющихся на сегодняшний день на рынке, это оксид магния. И клинические исследования показывают, что он усваивается только на 4%. Например, если магний используется вместе с кальцием в соотношении 1:1, то он помогает вашему организму усваивать и сохранять кальций. То есть, работая в тесном контакте с кальцием, он строит и укрепляет ваши кости. В большинстве имеющихся добавок на рынке используется витамин К1. Мы же для нашего продукта Magnical D выбрали витамин К2. У него есть уникальная способность действовать как транспортное средство. Оно позволяет кальцию накапливаться в костях и в то же время блокирует его накопление в артериях. Витамин D, известный как солнечный, является важным членом команды Magnical D. В мире, где все больше людей прячутся от солнца, многие страдают от нехватки витамина D. Как узнать, относитесь ли вы к их числу? У некоторых дефицит витамина D может выражаться болью в костях или мышечной слабостью. К сожалению, обычно последствия куда более серьезные. При нехватке витамина D вы подвергаетесь риску заболеваний сердца, нарушения мозгового кровообращения, заболевания астмой, высокого давления и диабета. Многие люди не имеют возможности позагорать на солнце, так что в ваших интересах обеспечить свой организм достаточным количеством витамина D, чтобы помочь ему в усвоении и сохранении здорового уровня кальция. Важно понять, что нам понадобилось 18 месяцев для того, чтобы разработать Magnical D. Главной причиной этого стали серьезные исследования, опубликованные в 2012 году. Они доказывали, что организму грозит потенциальная опасность от приема одного только кальция или несбалансированного количества кальция. И фактически говорилось о том, что он может удвоить ваш риск получения инфаркта миокарда. Мы осознали всю важность добавки кальция. Нам всем она нужна. Когда дело касается наших костей, зубов, да и просто общего поддержания здоровья и баланса нашего организма, Magnical D — это идеальное решение в борьбе с общим дефицитом витаминов и минералов для сохранения вашего организма в естественном сбалансированном состоянии.